Всем привет! Сегодня у нас 6 мая, четверг, и мы с вами традиционно в Можайском районе Московской области на 141 километре Минского шоссе в окрестностях села Семеновская. Цель наша та же традиционная – грибочки. Вот и наступил сезон 2021 года. Предлагаю сходить и открыть его. В прошлом году, примерно в это же время, мы открывали его благородными грибами. Ну, сейчас, я полагаю, максимум, что мы найдем весенние грибы. А в зависимости от того, есть они или нет, пошли в какой стадии, можно будет примерно ориентироваться уже, когда пойдут благородные грибочки. Каркарыч удачно перезимовал, только что встретил его, говорит, грибы есть, давай, идите. Давайте сходим и посмотрим, что там. И вот наш традиционный заход, машина, видите, стоит, вот так мы зашли в лес и... У-ху! Посмотрите. Мозги пошли. Раз мозг, два мозг, три мозг, четыре мозг, пять мозг, шесть мозг. Вот они, строчки. Вот они, строчочечки. А вот смотрите, еще рядом. Оп, оп, спрятался. Ой, не шесть, их семь. Так что можете не ходить в изумрудный город. Жирненький, жирненький мозг, а? Умный. Иди к нам. Иди. Вот так, господа, можно нас поздравить. Открыли грибной сезон с порога, как всегда. И вот такие мозги наши. Вау. Строчочки. Умные теперь будем. Вот родители в лес водили меня с 4 лет, и потом вот у меня пошло так. А когда мы пойдем мозги собирать? Вот пришли, собираем мозги. Собирать их, не собирать, в принципе, каждый решает сам. Гриб условно съедобный, конечно, отваривать его надо тщательнее. Есть в нем токсины, которые, в принципе, вот как у свинушек, они канцерогируются, накапливаются. Но те, кто собирает, готовит, знает, как это делать, то... Welcome в Можайск, мозги пошли. Можете готовить. Чем еще примечательны строчки? Обратите внимание на место, где мы их нашли. То есть там, где у нас традиционно на входе полянка лисичек и подосиновки. Вот грибницы строчков, они очень хорошо уживаются с благородными и с лисичками. Благородные, как правило, вот именно подосиновки. Хотя встречаются и подберезоки, ну и реже белые. В любом случае, прошли весной, нашли строчки, поставили себе маркер, где вы их нашли, да, меточки. И летом уже можно будет тщательнее, когда подымется трава, все это смотреть и находить то, что вам надо. А вот и саркосцифа, посмотрите. Вот они, яркие, красивые чашечки вот такие, тоже съедобные. Саркосцифы очень много, посмотрите, как вот они прячутся. Здесь уже размерчик такой, ух, приличный. Вырастают они максимально до 7 сантиметров в диаметре. Вот они. О. Красивые грибочки, да? Вот она, саркосцифа. Посмотрите, какой грибочек красивый. Это вот лакмусовая бумажка экологии в районе. То есть, если у вас в лесу такой вот грибочек присутствует, значит, у вас с экологией все в порядке. Так что можем порадоваться за Можайский район. Все у нас тут чики-пимбару. А в принципе, никто и не сомневался. Ух, шишек сколько, посмотрите. Может в белки податься, а некоторые лузганые уже. Это питаются ребятки. И вот смотрите, очередной строчок. Прошли мы буквально метров 10, место, где собираем традиционно подосиновики, гремницы их. Раз, давайте смотреть, растут они массово. Два строчок, три строчок.
Ой, 4 строчок, 5 строчков, 6 строчков, 7, 8, 9, 10. Вот это я понимаю открытие сезона. А вот с кого все началось. Смотри, какой жирненький. Ух, красавец. Режем? Ну, разве не прелесть, а? Какой. Ой-ой-ой. А пахнут они. Запах первых грибов. О, а главное, удовольствие. Еще немного прошли, и что у нас? Опять строчки. Раз, два. Ой, этот богатырь уже такой. Подросший, хороший. А? Берем? Берем. Мозги. Еще один мозг. Кума палата, это про нас. А какие мозги? Мозги, 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 мозги. А вот рядом со строчками саркосифа. И смотрите, тоже вот она пошла. Знаю, многие любят, особенно в салаты добавлять. Самое интересное, что при варке цвет они не меняют. То есть вот такие яркие товарищи в пироги добавляют также. Блинчики делают с ними. Вот такая красота. А? На фоне серой листвы, да? Прям пух. Наше болото на месте, воды достаточно, так что ух, тепла, и все у нас будет в ажуре. Ну вот, посмотрите, саркосифа в рассвете. Издали видать. И лосик тут прыгал. Сейчас мы как лосик. Оп. Посмотрите, какие. Ух, ух. Ух, цветы просто, да? Как в джунглях, яркие-яркие, обалдеть. Нет, ну что тут сказать. Строчки начинают и выигрывают. О, какой. Мозговой штурм. Ладно, смотрим вокруг, идем дальше. Какой хитрый мозг спрятался под бревнышком. Извилин-то сколько. Все наше. Страшило нам завидует. Иди к нам. О, какой мозг. Ух. А страшило-то, да, в изумрудный город Гудвин уходил. Вот куда, в Можайск надо приезжать за мозгами. А пахнут они мозги. Класс, ну класс же вообще прям. Деликатес. Так, ну очередная мозговая поляна. Вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Считаем. Раз мозг, два мозг, три мозг, 4 мозг, 5 мозг, это супер мозг. Вот 6. Вот он, вот он. Ну что, режем? Вот, прикольно, да? Чё б так грибы не собирать? А? Ну чё бы их вот так вот? Вот чего бы их вот так вот и не собирать-то, а? Класс. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непростой. Заветных 3 желания исполнит мудрый Гудвин. 5-й. Хотя зачем нам Гудвин у нас? Вон какие мозги. Сразу не увидел. Вот еще один хитрый мозг спрятался. Что ты хочешь, чтобы мы глупые были? Тикнар, ты, наверное, самый умный. Ну что, наш лесной миномет за зиму тоже никто не уволок. Стоит. Поджидает. Слушайте, ну саркосцифы столько.
Поляны, видите? Вот она красная прям выделяется. Ой, да вы посмотрите, сколько ее. Обалдеть. Вон она. Поля. Просто поля. Рассвет у нее. Любители, приезжайте. Посмотрите, какая у нас прекрасная в Можайском районе экология. Ух, вот он, смотрите, большак. Вот он, индикатор экологии. Красота. Красота. Вот еще один супермозг, смотрите. Судя по размеру, один из первых. И предварительно он один здесь торчит, что большая редкость на сегодняшний день. Эх, хорош. Берем, да? Вот он какой супермозг, и ножище какая толстая. О, а тут улитос. Смотрите, уже улитки активизировались, да? Как они нам в прошлом сезоне грибы портили. И вот уже начинают с весенней. А пахнут они, конечно, вот можно даже не собирать, прийти, вот посмотреть, понюхать. Честно признаюсь, небольшой любитель весенних грибов сейчас, в принципе, уже есть на сковородочку, поэтому я думаю, дальше не пойдем, поэтому мы обратно пожарить есть, что лучше пару неделек подождем и потом. Вот там уже можно набирать, если будет что, то вдруг снега по поясу. О, кайф, кайф. Вот и закончилась наша первая в этом сезоне прогулка по лесу. Сезон 2021 года. Грибной. Открытый результат сегодня вот такой. Вот такие мы мозги себе набрали. К Гудвину не ходи. Строчочки. Умные будем. Можно было больше? Да, конечно, можно было. Самое интересное, что когда выходил из машины, шел мальчик с собакой, увидел ведро такое за грибами. Да, грибов нет. Совсем нет. Вообще нет. Ну, дальше вы сами знаете. Только мы отошли от машины 10 метров, и грибов нет. Вообще нет. Одни мозги. Пахнут они обалденно. Что еще помимо строчков? Сморчки не встречались, но очень много саркоцифов. Изумительный гриб, вкусный, если его правильно готовить. Яркий, с ароматом, все. Вот этого добра прям пух. Можно отдельное ведро набить, всех типа размеров есть. Некоторые, знаю, по весне специально ездят именно вот за этим грибом. И самое главное, вот количество, что радует, это индикатор состояния экологии. То есть с экологией в Можайском районе все. Так что добро пожаловать, приезжайте за первыми грибами в Можайский район. Сами видите, все есть. Что еще? Да, вместе с первыми грибами появились и клещи достаточно активные, поэтому, выходя из леса, осматривайтесь. Если домашних питомцев берете, обязательно шерстите их. Как будем встречаться в этом году? Так что каждую неделю вряд ли получится, планы грандиозные. Ну, посмотрим. По мере возможности, там по обстоятельствам, ну, непременно будем ходить в наш лес, мониторить и как бы держать обстановку на контроле. На этом, собственно говоря, и все. Кому понравилось со мной гулять, ставьте вот так, подписывайтесь, вместе веселей, кому нет. Вот так. Добра, тепла, сибирского здоровья. Пока-пока, увидимся.